Еще в 90-х Владивосток красовался на 1000 рублей. Сейчас на них ничего не купишь, и место им в музее. Здесь для денег СССР и Российской Федерации подготовили отдельную витрину. Есть уникальный экспонат – государственный кредитный билет достоинством в 10 рублей 1909 года с подписью казначея. А наткнулись на банкноту в спрятанном кладе. Он был найден при разборке дома в Аскизе, тоже по улице Советской. А так как мы там жили какое-то время, и как бы я увидела вот эти деньги, которые посыпались с крыши, вот этот билет я взяла просто для интереса для себя. Сейчас он находится в музее. На выставке есть и другие экспонаты, которые ранее использовались в работе казначейства. Арифмометр, калькуляторы, печатные машинки, телефонные аппараты, инфракрасный детектор подлинности денежных купюр и другая оргтехника. А также книги, знаки отличия, форма, удостоверение работников этой сферы. Вспомнить прошлое пришел и бывший руководитель казначейства Хакасии, который проработал в должности больше 15 лет. За это время случалось всякое. Мы начинаем работать, программный продукт новый, специалист нажимает не на ту кнопочку, и все у нас слетает. И Новый год мы всем коллективом встречали в казначействе, пока мы не распределили эти деньги. Это было и слезы, и в конце радость, но мы справились с этой задачей 1 числа. Утром, уходя домой, мы все средства распределили по бюджетникам. Выставку «30 лет органам Федерального казначейства Российской Федерации» открыли в честь дня создания структуры, который отметили еще 8 декабря. Полюбоваться экспонатами любой желающий сможет до 29 января. Ксения Вербер, Дмитрий Парахин, РТС.